У нас есть такая, мы в нее играем. Я знаю, что Серега очень хотел экшн-камеру. Да. И вот этот вот подарок, это маленький, скромный. Вдовья Лепта, как ты говорил. Поможет тебе приблизиться к мечте. Если копить, набирать заказы, зарабатывать, то, возможно, скоро роти будет. Да-да-да, давай. В общем, можешь посмотреть, что там. Я там посмотрю, потому что у меня руки в еде, чтобы да, лучше не, надо. Не жирнить. Лишь... Это как карты, да? Но это игра Уно, там на цифры. Цифры, да? По-моему. У нас карта, но она такая веселая. Ну, у нас дома была, у нас Кирилл играл. Просто у меня руки вот маленько... Да, мужики так быстрее такие... Быстрее и примитивнее. Дай я могу тебя сфоткать с этой барахлой. С чем? С барахлой. Штучками. Бутылочками. Замечательно. С нами можно и в развязку. Ага. На, я прочитал, как с нами можно и в развязку. В развязку. В развязку тоже можно. Так, ловни сейчас. О! Маленький. Ой, смотрите, какой маленький. Ой, чуть-чуть какой колёсик. Этот маленький непонятно, как это называется. Я не могу пока. Последний раз на каком фестивале ездила? Ой, завтра лето. Куда? Завтра лето. А это давно было, нет? В том году. Завтра лето. Ой, ты посмотри, какой маленький утёночек. Ой, слушай, поснимаю его. В данном случае нужно подойти. Да. Я могу тебе еще раз рассказать. Все у меня такое же, такое корчатое. Да будет дух твой светел, душа мечтой полна, пламенного солнца огнем озарена. В ней есть стремление, ведь счастье твое в них, а горе в сожалении, оставь это другим. Где еще эти ножки? Там мама. Золотая женщина, ухопленная. Это можно. Не надо было. Ну, есть соционика такая поговорка, что каждый уважающийся гамбит пишет стихи. Весенний тоже пишет стихи. Это шутка с одной не стороны. Не умеешь носить стресс, не одевай.